Бенч, ты где? Но потом происходила какая-то хренотень. Реально. Я тебе по рации вызываю, ты не вызываешься. Слушай, я тебе тоже пытался. Блядь. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Денис, охотник на ведьм. Сегодня со мной Александр Кошкин. Это проект «Сверхъестественное». Сегодня мы решили отправиться в одно очень страшное место. Оно достаточно загадочное и мистическое. Это заброшенный отель. И у этого отеля есть очень интересная история. Поговаривают, что когда его забросили, девушка молодая гуляла по этому отелю, ходила, как всегда. Ну, это сталкер был. Исследовал это место, и по неосторожности она упала с 6-го этажа, то есть с крыши этого отеля. И якобы с этого самого момента люди видят призрака в этом месте. Поговаривают, что это ее неупокоенная душа. Все сталкеры, которые лазили в это место, также подтвердили этот факт. И местные жители по ночам иногда видят здесь призрака. Ну а мы сегодня хотим это проверить, и поэтому сейчас мы отправляемся туда. Вот. Для того, чтобы выяснить, есть ли там что-нибудь паранормальное или нет. Да, друзья, я думаю, надо ехать. Путь не близкий, 7 часов ехать нам отсюда. Так что время ехать, но вы уже все увидите. И не забывайте поставить лайк этому видео, поставить свой комментарий и подписаться на канал мой и Александра. Погнали. Друзья, мы уже на месте с Александром приехали. Дороги были почти 7 часов. Устали капец. Сейчас уже почти 12 ночи. Только зашли в это здание. Помимо того, что здесь очень холодно и очень такая гнетущая атмосфера, очень страшно здесь. Мы здесь абсолютно одни. То есть сразу это было понятно, потому что здание абсолютно сейчас пустое. Вот. И Александр тоже подтвердит. Да, очень такая серьезная атмосфера, как в фильмах ужасов, прям, потому что здание очень напоминает своим видом картину из фильмов ужасов, которую вы привыкли уже смотреть. И сейчас мы решили с Денисом пройтись по зданию, потому что оно пятиэтажное. Не будем обходить его вдвоем, потому что это долго. Просто решили сразу разделиться и уже изучить здание по этажам. Да, мы сейчас разделимся, будем на рациях. У Александра будет рация, у меня одна рация. Если что-то вдруг заметит Саша или я, мы на рации сразу скажем и уже с ним встретимся и будем смотреть, что это за явление. Также расставим сейчас камеры на всех этажах и начинать. Давайте начинать уже. Так, все, друзья, сейчас мы разделимся. Вот тебе рация. Да, проверим связь. Давай, скажи что-нибудь. Раз, два, три. Саня, Саня. Ну все нормально, слышно. Смотри, я возьму, наверное, 5-й этаж и 4-й. Вот. Ну тогда я 2-й и 3-й, а 1-й потом мы вместе пройдем. Ну да, давай. Встречаемся тогда потом на 1-м этаже, камеры расставим и идем сразу сюда. Вот. Ну, да. Все, погнали тогда. Начинаем. Поднимаюсь на 2-й этаж. Давай, Денис. Давай, увидимся. Ага. Денис пошел на 5-й этаж.
Так, запись пошла, друзья. Двигаюсь дальше. Достаточно, друзья, жуткое местечко. Здесь кто-нибудь есть? Что за звук? Так, капли капают. Саня, у тебя все нормально? Блин. Нормально, ты меня напугал. Пипец, я сейчас пересрал, когда ты мне по рации сказал. Серьезно? Да. Да нормально, короче, все. Все, хорошо, давай, на связи. Ты там добрался до пятого? Да, да, да. Иду на четвертый. Что-то ты шустро. Нет. Окей, я пока еще на втором. Просто в моменте, друзья, был напряжен, и когда Денис по рации меня вызвал, реально было жутковато стало. Лестница на третий этаж. Так, вот здесь тумбочка есть. Как раз, наверное, здесь поставлю еще одну камеру. Она будет снимать третий этаж. Вот. Шахматные игрушки, точнее не игрушки, а шахматные фигуры, лыжи стоят. Thank you.
Денчик, ты где? Слышишь меня, прием? Денис. Чувак, чувак, я на связи. Что ты там? Что у тебя происходит? Дим, я еще не успел спуститься на четвертый этаж. Сначала дверь открылась. Дверь какая-то, я посмотрел. А там, оказывается, подъем туда, наверх еще есть, прикинь, на крышу, и тут какие-то странные такие помещения. Интересно. Ты сейчас, получается, на пятом, да? На шестом почти. Ну, как бы там, где крыша. Я тебя понял. Что мы действуем как? Сейчас спущусь на четвертый этаж, камеру поставлю, и давай встретимся на первом этаже. Короче, мне вниз спускаться, да? Да, давай. Камера пишет. Погнали дальше. Друзья, все, на четвертом этаже. Камеру ставлю. Также в коридор. Все, сейчас спрошу, как у Сани там дела. Саня, ты еще на месте? Ты где сейчас? Ага, все, сейчас я уже иду. Ты снимаешь? Камеру поставил дальше из коридора и иду к тебе. Окей. Так, друзья, сейчас жду, пока сверху ко мне спустится Денис. Сейчас нахожусь уже на первом этаже. Пока что, лично я, ничего не заметил. Но Денис сказал, что у него что-то там уже происходит. Все, друзья, я уже внизу. Саня здесь уже немножко заждался меня, пока я снимал. Пока я ходил вот туда наверх. Я уже замерз. Давай сейчас пройдемся тогда, пока камера снимает. Все расставили, вроде как хотели. Ну и пройдемся просто по первому этажу. Мы еще тут не ходили даже. Да, пойдем, послушаем, что будет происходить. Да, давай прислушиваться. Кто же эти звуки здесь реально? Я вот какие-то звуки слышал постоянно там сверху. Я прошелся, как бы особо ничего не слышал. Единственные были моменты, но это, скорее всего, ты был наверху. Но это не точно. Не знаю. Наверняка. Потом я еще посмотрю запись камеры. Слушай, а что за двери вот эти? Двери. Жуткие коридоры, друзья. Реально, как-то тут не по себе.
хотя мы находимся вдвоем. Чувак, что за фигня? Свет сел? Ну да. Не, у меня-то мой свет работает, а погас именно прожектор, который ты мне дал. Реально, слышишь? Разрядился, что ли? Блин, 10 минут прошло. Вот, пойдем, дойдем уже до конца, потом вернемся. Там были вещи, да, ты тоже не покорил. Давай. В принципе, друзья, пока что существенно ничего такого не произошло. Сейчас еще обходим дальше первый этаж. Куда-то налево. Что это было? Что за хуйня? Что вообще ветер? Я на секунду подумал, что сначала ты врезался в дверь, а потом смотрю, ты рядом со мной стоишь. Здесь есть кто-нибудь? Да, пройдем дальше. Похоже на кабинет большого начальника. Кстати, смотри, какие старые газеты, да? Ну да. Год. Слушай, ну мы посмотрели, получается, весь первый этаж? Да, по сути, все посмотрели. Ну уж прям таких, знаешь, критических каких-то моментов я не заметил. Типа, в принципе, сейчас пойдем, наверное, камеры заберем. Или что как? Давай дойдем до нашего рюкзака, там возьмем, во-первых, свет. Потому что мне нужен свет дополнительно. И пойдем, наверное, забирать камеру и посмотрим, что там записалось, не записалось. Друзья, поднимаюсь на второй этаж. Денис уже первый ушел наверх забирать камеры. Сейчас я иду за своими камерами. Эту камеру забираю.
Бля, что такое? Где ты вообще был? Кто здесь? Друзья, разбился плафон вот на этой люстре. Его можно видеть, как он лежит на полу. Но только сам факт, как это произошло, честно говоря, у меня прям вообще сейчас в данный момент очень не по себе. Камеру забираю, друзья. Так, все. Сейчас пойду сразу на пятый этаж тогда. Кто здесь? Кто здесь? Надо сами вызвать уже быстрее. Пятый. Блять. Второй. Первый. Саня, Саня. Саня, как слышно? Саня. Саня, слышишь, нет? С рацией. Ладно, сейчас быстро заберу камеру свою последнюю. Денчик, прием. Денчик, прием. Денчик, ответь. Прием. Чупай с рацией. Первый. Денчик, прием. Не работает. Так, ладно. Надо подниматься наверх. Забирать камеру, найти Дениса. Так, я забираю камеру. Друзья, я не помню, чтобы двери были открыты. Вот точно говорю, они были все закрыты. Забираем
Показываю камеру. Так, друзья. Это что за хрень? Что это за звук? Друзья, тут сейчас был какой-то странный звук. А вот этих вот шахмат здесь и не было. Они стояли вот здесь. Друзья, какая-то хренотень начинает происходить. Реально. Извините меня за мат. Но я реально сейчас... Мне прям реально не по себе. Кто здесь? Сейчас было ощущение, что кто-то за спиной у меня стоял. Блядь. Так, надо подниматься наверх. Рация так и не работает. Надо найти Дениса. Бля, еще батарейка садится. Саня, ты? Да. Чё такое? Там какая-то хрень творится. Короче, я забрал камеры, но потом происходила какая-то хренотень, реально. Я тебе по рации вызываю, ты не вызываешься. Слушай, я тебе тоже пытался. Не работает почему-то. В смысле, как не работает? У меня рация работает. Ты работаешь? Я пытался, блядь, сколько раз уже. Ну, у меня работает все. Сейчас давай попробуем. Сейчас, первый. Подойди. Саня. Хрен? Да, не работает. Блядь. Слушай, здесь что-то реально какая-то фигня происходит. Я камеру пока забирал. Вот эти все двери, все одновременно, представляешь, открылись. И свет у меня погас. Слушай, я думаю, нам надо быстрее отсюда уже уходить, забирать все оборудование. У нас осталось мы на первом этаже. И уже валить надо отсюда, чувак. У меня уже свет весь сел. Осталось буквально одно деление на одной. Все остальные вообще все убиты. Самое интересное, знаешь что? Ты говоришь, у тебя здесь происходила такая, ну, вещь, да? Все, да. Типа, двери, наверное, шумели как-то или что? Ну, был грохот, но я не знал, что это такое. Открываю, ну, включаю свет, все. И просто я в ступоре. Знаешь, я как бы находился не так далеко, получается, этажами. И совершенно ничего не слышал, что здесь происходило у тебя. Серьезно? Я получается, у тебя что-то было, да, там? Да, у меня там вообще гремело конкретно. Я это вообще не слышал. Что такое вообще может быть? Какая-то аномалия получается. Так, ладно, давай я отсюда вниз спустимся. Все, давай, берем. У меня уже вообще ничего нет. И света, и все, блин. Возьми штатив. Давай. Мне уже некуда брать. Все, пошли тогда. Ой, ё-моё. Слышь, костыль висит. Его не было. Да его не было. Я здесь лично был на этом этаже. Пойдем.
В общем, друзья, мы сейчас спустились на первый этаж. Мы доказали, что в этом месте есть что-то сверхъестественное. Я думаю, вы сами все видели прекрасно. Еще надо будет посмотреть, что записали камеры, которые стояли в коридорах, когда нас не было. Сейчас мы отсюда уезжаем. Все дело в том, что мы бы, может быть, и хотели остаться, чтобы, ну, снять что-то дальше, да? У нас с собой еще плюс там есть эксперименты, да, чтобы провести все. Но просто из-за того, что мы здесь достаточно долго уже ходили, у нас от мороза, короче, сели батареи. У меня вот сейчас последняя батарея, снимает, там на 50% осталось, наверное. А у Дениса сел вообще свет весь. Да, у меня все, последнее деление уже осталось, и все. То есть я не смогу дальше тоже снять. И к тому же, реально становится страшно ходиться. То есть я не хочу здесь в темноте остаться. Что мы дальше будем делать, тут непонятно. Сущность здесь точно какая-то есть, вы сами убедились. Все видеоматериалы, которые мы сняли на камеры, обязательно их добавим, посмотрим, во-первых, что там есть. И уже вы все увидите на монтаже. Ладно, давай собираться уже, я думаю, отсюда и нам пора валить. Да, мы сюда вернемся, но только уже когда будет тепло. Скорее всего, может быть, даже весной. Да, посмотрим. Да, будет вероятность, мы вернемся. С вами был Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное». И охотник на ведьм Денис. Друзья, увидимся еще в следующем видео. А мы собираемся. Всем удачи, всем пока.